не пройти нам этот путь в такой туман. Туманище сегодня, но день обещает быть хорошим. Вообще небо ясное. Туман здесь, у нас там, где мы живем, там тумана нет. А здесь вот есть. Братья и сестры, всем добра и мира. С вами из Донецка Игорь Эльвира. Мы едем на рыбалку. Как обещали, в принципе. Ты счастлив? Я безумно счастлив. Через 300 метров держитесь правее на улицу Буденного. О, слыхала? Улицу Буденного. Так, вот тут... Съезд, поверните направо. Не заблудиться бы нам, как ежики. В тумане. В тумане, ага. Говорит направо, ну, поедем направо. Так ехали. Ну, не знаю. Выехали на Донецкую кольцевую автодорогу. О, тут быстро ездят. То есть куда нас заведет, ё-моё? Нет, что-то подожди, мы уже рядом были с этим, с озером, нет? Почти приехали. Сейчас главное еще место найти. Потому что, смотрю, там машины стоят. Я же правильно смотрю? Маршрут перестроен. Тут мы спускаемся. Вот так вот. Ах, какая красота. А воды больше, чем в прошлый раз было, да? Ну, по-моему, да. Гораздо больше. Больше. Маршрут перестроен. А все, мы приехали уже, хорош. Через 50 все. Метров развернитесь, а затем поверните налево. Не буду. Где-то тут, а. Саня. Бля, прям деревья позатопило. Мы в прошлый раз там ходили. Ну да. Воды ты глянь, сколько прибавилось. Капец воды сколько. Я был бы более рад, если бы прибавилось рыбы больше. Идем. А, я так думаю, что это ребята на лодке ушли. Тут лодки спускают. Тут мелко ловить вообще не вариант. Только если длинные дальние забросы. Фронт гремит, капец. Уточки. Плотины с собой. Там, блин, стоять неудобно, капец. На меляке ничего не будет, Эльвира. Короче, надо ждать, когда вода упадет. Здесь очень мелко и, ну, тут ничего не будет 100%. Поедем с другой стороны, хотя с другой стороны мне, я почему не хочу, потому что будет ветер сегодня южный, будет ветер в лицо, а это не есть хорошо. Ну, что делать? Вариант еще встать здесь на этот самый, на плиты, на плотину у нас было здесь. Ну, это же можно будет... Не знаю, не выйдет. Без ног останешься. Да, без ног останешься. Долго не сможешь стоять. Представьте, наклон 45 градусов или сколько тут. Умахаешься. В общем, поедем, поищем какое-нибудь более интересное местечко. О, машин, смотри, сколько. Видишь ветер отсюда? Такое.
не то, не все. Можно бабкать. Если ничего не найдем там, то приедем сюда, вернемся. Мы тычки не взяли для этих самых, для удочек. Красотища. Так, ладно, надо начинать. Аккомпанемент хороший у нас, да? Да, аккомпанемент не то слово. Фронт гремит. Да лишь бы не сюда не прилетело. Да вроде не должно. Глубину. На эту удочку вообще ловлю первый раз. О, лебедь полетел. Легла. Почти угадал, получается. Пробуем вначале на червячка. Это самая оптимальная или универсальная наживка. Посмотрим. Еще взял опарыша и мотыля. Или мотыля. Чего тебе фары горят? Потому что. Тычки не взяли, это плохо. Одной удочкой придется ловить. Thank you.
что такое, где хочешь? У меня ничего другого больше нет. Хлебушка нет, да? Нету хлебушка. Ну, и хлебом их нельзя кормить. Ну да, их же нельзя кормить. Иди, красавица. Она совсем не боится. Прикормленная. И рыбки нету, да. И рыбки нету. Вот засада. Ну, сам приплыл? Да. А, бублики уже размякли. Не, не хочешь? На. Не, никак. Совсем ручные. Шипишь? Шипишь? Да? Ты красавцы вы какие. Какие же вы красивые. Ага, раздолбал. Бублик. Они твердые. Хлеба нету. Да вам и нельзя. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Эти мои золотые. Как можно их не любить? Красавцы. Да не за руки ж меня хватай. Что ж ты меня за руки хватаешь? Пальцы хочется откусить мне. Ну давай, кидай. О! Вот для кого мы взяли корм. Собаки все накормлены, собачьим кормом лебедей кормим. Охренеть. Лишь бы не во вред им это было. Ну да. Ой, хвостиком машет. Нра. По-моему, вот это самец, который меня сейчас за палец хватал. Самка сзади. И он немножко крупнее. Что с рыбой будем делать? Лебеди хорошо. Рыба где? Может, на тот берег поехать? Давай. Лебедей покормили. Поедем на другой берег. Я чуть-чуть порыбачу, поедем на рынок за рыбой. Рыбы нет. Мама дома рыбу ждет. Да, без рыбы нас домой не пустят. Ну. Что-то вообще не клюет. Даже Мурка не поймет. Хоть бы на показ, хоть бы одну какую-нибудь глянуть, что он такое. Не, ну, позапрошлом году мы тут ловили, да? Да, мы ловили и хорошо ловили. Позапрошлом? За прошлым мы не ездили. Да, позапрошлом. Ловили хорошо. Нормально так поймали. Рыбаки на лодках тоже что-то не особо. Ну, позапрошлом, в 13-м, по-моему, мы ездили. А, в 13-м, да. Позапрошлый приезд наш, но не позапрошлом. Да, 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 да. Ни опарыша не хочет ни червя, ни мотыля. Вот такие у нас дорожки. Короче, посидели мы, посидели. И поняли, что сегодня толку не будет никакого. Потому что даже поклевок не было. Ну, одна в самом утра была поклевка такая слабенькая. И все. Так, нам сейчас туда, да? Туда получается. Или нет, туда. 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 Направо. Сейчас поедем в магазин или на базар, рыбы купим, привезем, Тысю Васильевну обрадуем, скажем, во, наловили. Мне кажется, или ветер южный сильный не подходит, а скорее всего то, что слишком много воды.
слишком много воды, слишком много питания. Вода еще и холодная вдобавок, еще не прогрелась. И поэтому ноль. Рыбаков полно. Сидят везде, сидят и с той стороны, с этой с плотины сидят там, тренируются. Ну, сейчас будем выезжать, посмотрите. И никто ничего не ловит. Ну, развеялись, это хорошо. Да, развеялись, отдохнули. Душевное состояние привели в порядок. Да, ну так в порядке у нас было, но все равно. Хотелось поехать порыбачить. Тут дачи такие прям. Хорошие дачки. Такие добротные. Да, небольшие, но хорошие. Здорово. Любимая собака. Тихай, бы задавлю. Ага, за колесо меня укусит еще. А впереди бежит. Ну, болван. Болван! Дурило. Опс! Чуть не проскочил. О! Тут пишут, что есть живые раки. Сейчас узнаю. Если... Не врут ли они нам? Ну, это платная рыбалка здесь. Молоденькая. Что это получается? Сейчас посчитаю. А ну, да, гляну. 40. Платный пруд здесь. Раки не отсюда. Раков привозят откуда-то с другого места, где-то выращивают их. Вот. А здесь платный пруд. Они сдают в аренду беседки. Без беседки, если хочешь просто ловить, 500 рублей 2 часа. Если берешь беседку, беседка 1500 на целый день. И каждая удочка 200 рублей. Одна удочка 200 рублей. Две удочки 400 рублей. Ну, короче, так. Говорит, рыбы пока нет. Но вообще есть и карп, есть и щука здесь. Толстолобик. Толстолобик, да. Белый амур есть. В общем, всего понемногу. Вот. Но, говорит, пока еще приезжаю только на щуку и все. Открываться они планируют с начала мая на майские. Если получится, он сказал. Вот. И цены будут другие уже, не те, которые я назвал, там цены будут повыше. Так что рыбалка не дешевое удовольствие. Будем ждать, пока спадет вода. Пока немножко вода прогреется. Вот мы уже и в Донецке.
бульвар Пушкина. И выезжаем на площадь Ленина. Здравствуйте. Почему мы Ленина не сносим? Это история. Потому что мы вата и орки. Потому что мы историю чтим. Какая бы она ни была, эта история. А если ломать всех правителей, которые нам не нравились, то нужно все сносить тогда. Все что же должна быть рыба, да, Альбер? Должна. Ну, похоже, что не видно. Сет. Дончане, напишите, где рыба есть. Куда на рыбалку поехать? Черви остались, опарыши остались. Мотыль остался. Стойте ваши места. Да, жалко, жалко будет, если пропадут. Не, ну особо чуть жалко. 200 рублей там сидит. Ну все равно жалко. Денег жалко, человеку жалко. Что это такое? Урён. Там пакет шевелится, интересней. Хочешь отсюда? На, отсюда смотри, на. Смотри. Может, за нос тебя схватит кто-нибудь. А? Ага. Неужели что-то наловили? Ой. Ну. Интересно? Очередная игрушка для мутки. О, ты глянь, сколько. Урочка, что за зверь, а? Что за зверь такой ползет? Ты живой? К своим гребет. Пакет. Да. Вера Кадарова. Да. Угадай, что я нашел. Да ладно. Не может быть. Сколько мы искали и никак не могли найти. Спасибо. Можешь дегустировать. Все, сейчас будем дегустировать. Ты Мурке взял порцию. Мурка, мороженое будешь? Не будешь, значит, бабушке отдадим. Мурка не хочет, сказала.
Что, ты будешь сейчас дегустировать? Не, сейчас я положу в этот морозилку. Ага, сейчас не хочешь. Ну, потом. Ну, ты же должна впечатлением поделиться, потому что... Ну, я поделюсь впечатлением. Подписчики же волнуются. Не волновайтесь. Все будет. Ма, ты еще то мороженое не съела. Самая лучшая, причем ей не надоедает. Опа! Мура! Ну, папа придумал, да? С батей всегда весело. Чтобы вы понимали, тут веревка идет, а внизу вот этот кусочек, тоненькие резинки для денег, связанные между собой, сколько тут, 4 штуки. И вот так вот. Процесс, все как положено, процесс уже подходит к завершению. Смотри, какая красота. Да, да вообще. Красотень. А пока красотень доводится, я там развлекаюсь раками. Омаров нет? Да. Вот они, красавчики. Чтобы вы понимали, я раков последний раз, ну последний, не последний, а крайний раз, ел в 2005 году. Я приезжал, батя еще был при здоровье, мы ездили на Павлополь, и в обед уже рыба не клевала. Он говорит, пойду поразвлекаюсь. Берет грабли, но без этого, ну без древка, веревка привязана. Я говорю, что ты будешь делать? Сейчас увидишь, говорит. Ну, это ж понимать надо. Это батя. Грабли эти размахивается в речку. И тянет. Я говорю, что там тянешь? Я ржу стою вообще, я ничего не пойму. А там травы полно. Он травой заросло все. И он всю эту траву тянет, тянет, тянет. Вытаскивает. Иди сюда. Я подхожу, а там вот такие вот раки. 3-5 штук, 3-5 штук. Каждый заброс 3-5 штук. Ни раколовок не надо, ничего, их граблями их вытаскивает и вытаскивает. Короче, мы полведра раков наловили, да, наварили. И вот это вот, я тогда наелся раков от души. А вот после того раза больше, ну, негде было просто. В Греции раков нет, только креветки, омары. Так что сейчас отвожу душу. Как вы думаете, готово? Нет? Я думаю, что готово. Да, класс. Куда? Его? Вот сюда. Тарелка прям воспоминание о Крите у меня. Это да. Критская. Это тарелочка, когда мы снимали первый дом. Это хозяйская тарелочка. Я ее, короче... Подмотал. Мне... Да, я ее подмотал, я ее украл, правда. Потому что мне очень понравилась. Если я не ошибаюсь, она бразильская, по-моему. Пока мясо не выложу, гляну. Нет, in England. Англия, бразильская была другая, значит. Просто помню, что была еще бразильская. А, какая красота. А. А? Супер. Супер. Красота. Серединку любимой тёщи. Короче. Пройти. И двигается даже. Не, бесполезно, не уступает.
Говорят, нет. Такой души. Пусяшку. Ой. Мамочка, я вот запишу, что все, что осталось. Раки. Ой ты, какое мясо жирное. И все ж такое вредное, но такое вкусное, скажи. Да. И такие запахи от него идут. Что без него не обойдешься. Что с ума сойти можно. Как это можно не есть? Да-да. Так, приятного аппетита. Всем. Приятного вам аппетита. Да. Так, кусочек хлеба. Садитесь все срочно обедать. Если кто-то пообедал, найдите какую-нибудь вкусняшку в холодильнике, чтобы вам не было обидно. И давайте приступайте вместе с нами. Всем пока, мы вас любим, ждем в Донецке. Всем пока. Мам, скажи пока. До свидания. После вкусного обеда положен десерт. А на десерт Игорь Викторович нашел таки. Коровку из кореновки. Из кореновки, да. Ну, сейчас мы ее попробуем. Попробуем, так ли она хороша, как вы рассказываете. Да, да, да. Может быть, лучше донецкое какое-нибудь мороженое взять. Я говорю, кореновку лучше не брать, может. Ну, сейчас попробуем. А ну, о, на вид красиво. Пломбирчик. На вид прям настоящий пломбир. Ребят, это... Не обманули? Нет, не обманули. Это очень вкусно. Шикарный пломбир. В принципе, я так и думал. Просто... Не могли плохого просто посоветовать. Мура, ты мороженое будешь кушать? А, Мур? А травку. А травку кушает. Очень вкусно. Ребят, спасибо вам большое за такую рекомендацию. За такое открытие. За такое открытие, да, кореновку. Ну, очень класс. Коровку, кореновку. Очень вкусно. Спасибо вам большое.